Всем привет, с вами снова я, Абзал. Как всегда у нас прогнозы, сегодня у нас 15 ноября. Сегодня, конечно, немножко поздно стал, буквально через полтора часа начинается Амур Авангард. Потом у нас сегодня Сибирь, Магнитогорск. И следующий у нас Барыс, Динамо Минск. По поводу Амур и Авангард. Скорее всего, Амур – это команда непонятная. Авангард – команда понятная, играет хорошо. Но я все же думаю, что сегодня Авангард, наверное, проиграет. Потому что с минимальным счетом Амур выиграет, скорее всего, в матче. С минимальным счетом. Амур – победа в матче. По поводу Сибирь-Магнитогорск. Я думаю, что Сибирь дома, сколько игр уже проиграл, я думаю, что Сибирь сегодня все-таки возьмет вверх. Магнитогорск проиграет, Сибирь победа в матче. Барыс встречается с Динамо Минск. Динамо Минск, защита плохая, атака нормально, голы забивает много. Барыс, атака, тоже атакует хорошо. Здесь я не знаю, кто победит. То ли Барыс, то ли Динамо Минск. Две атакующие с плохим защитой. Сегодня голов будет много. Ставим общий тотал 4 и больше. Ставь вместе со мной. Сам ставь. То есть по поводу... Вернусь назад. По поводу экспресса. Сами думайте. Экспрессом ставить, одинаром ставить. Но экспресс проходит очень редко. Так что думать вам. Думать вам. Вчера у нас, вчерашний прогноз, 7 игр у нас, все прошли. Только вот я говорил, автомобилист выиграет в основное время, автомобилист выиграл в матче. Но я думаю, что вы выбор сделали нормальный. Я думаю, что вы экспресс сделали нормальный такой, сделали. Я думаю, что 7 игр никто не поставил. Ну ладно, черт с ним. Всем удачи, давай, всем пока. Встретимся завтра утром в это же время. Сейчас у нас время местное, башкирское время. Сейчас у нас сколько у нас время, чуть не пойму. Время 10 утра по Москве сейчас где-то вроде. Я не 10, 11. Ладно, давай, всем удачи, всем пока.